Площадь этого индивидуального жилого строения, как заявлено по документам, должна составлять не более 130 квадратных метров. Но по факту размах строительства уже достиг 600 квадратов. С явными признаками многоквартирного дома, так как пройдя постройки, мы уже видим, что там два подъезда образовывается. Вот, тем самым нарушены параметры строительства, нарушено разрешение строительства, правила землепользования застройки. Стройка остановлена, все материалы отправляются в суд. Скорее всего, разрешение на строительство будет отозвано, а само здание снесено. Такая же ситуация зафиксирована на улице Петрозаводской и в селе Казачий Брод. На улице Краснофлотская также возводится дом с явным несоблюдением норм. По поручению главы города Сочи мы проводим мониторинг ежедневный, круглосуточный, 24 часа в сутки по вот таким объектам. По итогам прошлого года в суд было направлено порядка 180 исков. За три года снесено почти 400 объектов самовольного строительства. И эта работа будет продолжена, уверяют власти. Также они рекомендуют жителям тщательно проверять всю информацию от риэлторов и застройщиков. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.